Отложенный саммит. Встреча президентов Беларуси, Казахстана и России в Астане показала их решимость активнее развивать Евразийский экономический союз. Формируем крупный рынок с огромным производственным и научным потенциалом. Кто не работает, тот не ест. В Беларуси разрабатывается закон о тунеядстве, который вызвал бурные дискуссии в республике. Каждый должен работать и на себя зарабатывать. А не жить за чей-то что? Сам себе режиссер. Современные технологии позволяют любому человеку снять свое кино. Мне нравится создавать вымышленные миры, в которых персонажи начинают жить своей жизнью. Хищная флора. Некоторые виды растений питаются насекомыми, а процесс их охоты за своими жертвами – зрелище удивительное. Хищное растение – это какой-то некий такой композит между растениями, обычными животными,